Оклады всех медиков, которые работают в государственных клиниках, должны быть увеличены с 1 апреля. На месяц раньше, с 1 марта, подрастут дополнительные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу в небольших населенных пунктах. Об этом заявил Владимир Путин на форуме будущих технологий, который в этом году посвящен здравоохранению. Также президент предложил увеличить объем бюджетных средств, которые ежегодно направляются на разработку инновационных медицинских технологий. Особое внимание необходимо уделить медицинской науке, поддержать учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц. В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал – 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тысяч рублей – медицинские работники среднего звена. Также президент поручил правительству до конца 2024 года запустить национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.